Сегодня я, Наталья Бельцюкова, от имени компании «Аркада Гранд» хочу поздравить всех с наступающим Днем Святого Николая. Николай – один из самых известных и почитаемых святых. Имя этого святого связывают с покровительством бедных, простых людей и мореплавателей. Богатые родители приучали с детства сына к вере. Возмужав, он стал священником и стал управлять паствой. Будучи глубоко верующим человеком, этот святой обладал особым талантом. Его молитвы были по-настоящему искренними, обращенными к Богу, и потому Господь никогда не оставлял его без ответа. Многим знакомы иконы Николая, сотворившие немало чудес. Его мощи способны исцелить от многих недугов. И именно 19 декабря – день памяти Николая Чудотворца. По старинным преданиям, в каждый дом именно в эту ночь приходит святой Николай со своими помощниками. Ангелы говорят о хороших поступках, а черти шепчут о провинностях. Но добро побеждает, и на утро ребенок находит под подушкой небольшой подарочек. В честь этого святого построены храмы во многих городах. В этот день детям желают послушания, благополучия, мира и процветания всем взрослым. Друзья, поздравляю вас с Днем Святого Николая! Пусть он охраняет ваши дома от зла и бед, приносит благополучие, покровительствует в путешествиях и делах. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполняет вашу жизнь большими и маленькими чудесами. Желаю, чтобы со своими ангелами-помощниками Николай принес вам большое счастье. Пусть будут все ваши мечты, и большие, и маленькие. Пусть солнышко согревает, а родные люди любят и берегут. Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости. Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час вашей жизни. Уют вашему дому, процветанию вам и вашей семье. Пусть вас Николай сбережет от всего плохого, подарит радость и веселье, подарит любовь, приятных сюрпризов и необыкновенных чудес. Доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.